Всем привет! Сегодня у нас обзор на OBD2 iCard. Такое вот диагностическое устройство от фирмы V-Gate. Мы взяли для Wi-Fi данное устройство, есть еще для Bluetooth, но мы выбрали для Wi-Fi. Мы взяли второе поколение данного устройства. Как оно выглядит? Вот у нас идет инструкция. Инструкция есть на английском языке и на китайском. Все понятно, с картинками. Вот наше устройство. Выглядит очень стильно, аккуратненько. Само по себе выглядит очень элитно. Вот кнопка включения. Прорезинено со стороны, очень аккуратно, и у нас есть диск. С помощью данного устройства мы можем считывать любые ошибки, при этом не только на устройствах Apple, также считываются и Android, и Windows устройства. Мы можем подключать его как к компьютеру, так и к телефонам, к смартфонам. Отличное устройство, стоит данная радость $17.85 и пришла очень быстро, за 3 недели. Данное устройство мы проверили на машине Citroen Berlingo, подключившись по Wi-Fi к Android устройству. При подключении к машине загорелась красная лампочка, при заведении зеленая, а при подключении телефона синяя. Устройство мы проверяли с помощью трех программ. Torque, Dash Command и X-Tool. Сильно настройки софта мы не углублялись, потому что даже при поверхностных данных сканер показывает корректные данные, которые мы перепроверили с помощью другого OBD2 устройства. Как видим, устройство показывает обороты, температуру двигателя, ошибки и другие показатели. Поэтому рекомендую, скорость отличная, гораздо выше, чем у обычного ELM 327. Ссылку на данный товар оставлю под видео.